21:00, четверг, середина лета, 15 июля. Все заполнено до отказа. Здесь тоже все заполнено. Ну, с подсветкой. Видите, да? Все заполнено до отказа. Хотите верьте, хотите нет. Сегодня в 9 утра здесь было пусто. Вчера была гора. И вот в 16 часов что творится? Здесь в 11 часу уже было пусто. Но пока так и есть. И здесь в 9 часов уже было пусто. И вот за день что набралось? Вот так активно у нас отдыхают. Вот это что за хлам? Вот посмотрите, как говорю, что творят. Вы видите? А я сейчас машину засниму. Выгружают, сволочи, опять, да? Ну, конечно. Вообще оборзели. А вот и номер той машины, которая выгружает. А это что за дела? БГС. Благоустройство города. Интересно, будет загружать или разгружать будет? Молодой человек, вы загружать будете или разгружать? А? Вы разгружать будете или загружать? А что, разгружаю? Вон, видишь, разгружаешь. О, уехала машина. Вот, видишь, машина стоит. Разгружали мусор. Сволочи. А вы загружать приехали, да? Ладно, молодцы. Давайте, загружайте. Суббота. Вчера этого не было. Кто-то ночью, наверное, приволок. Да нет, сейчас таскает. Сейчас таскает? Да. Откуда? Не видел? Оттуда. Я говорю, нужно отнести туда в кучу. Ну вообще обнаглели, а? Ужас, что творится, а? Смотрите, что творится. Народ уже обнаглел. Мало того, куча еще и новую кучу образовывает, а? Но совести людей совсем нету. Ну и здесь вот с утра, вот сегодня 9 часов уже. До сих пор еще не убрано. Надо каждый день выводить это все. Вчера сделали замечание машине по разгрузке здесь всего. Сегодня опять, видите, свежие ветки привезли. Бросили здесь все, что не нужно. Федоровская, 43. Вокруг почты все обставлено, видите, все напаркуется. Где кто может. Это хорошо, еще до мусорки сегодня нет. Завтра, суббота, воскресенье будет, видите, что творится. Да. Поднять бы вопрос по поводу стихийных парковок возле домов, домов во дворах. Ну, нигде не подступись, одни машины стоят. Даже в том же у нас парке, с магазина выходишь, проходишь через парк, ставят машину прям возле дорожки. Ну, не выйти, а там же ж у нас бабульки-пенсионерки в основном ходят и сидят. Что же им бедным делать? Ладно, молодые обойдут. Но как же пенсионерам быть и дети? Я с вами согласен. Даже та дорожка, которая мы возле озера, которая проезжает, типа скорая, пожарка, и даже на ней выстраивают машины, чтобы не проехать. Да, да. Согласен. Поднимем за этот вопрос. Продолжим нашу эту тему парковок в гарнизоне Бельбек. Ну, тут бы еще хотелось один вопрос поднять. Давайте. По поводу, как говорится, машин. Бывает иногда, вот 2 года назад я выходила на улицу, мне надо было в это самое пойти счет пополнить. Угу.
с четырех сторон на нашем вот этом перекресточке была аварийная ситуация. С четырех сторон на дороге стояли машины. Никто никого не пропускал. Стоял крутой мат. Там же также, я же говорю, не выйти даже это самое, в тот же ларек за зубной пастой или за чем-то не вот перейти, потому что, я же говорю, полный беспредел. Совсем недавно приглашали мы с Севавтодора представителя сюда. Сейчас они обсуждают эту проблему по поводу этого перекрестка, чтобы сделать, как-то люди могли перейти и нормально чтобы было. Потому что даже тут вот перейти, как говорится, я живу по Федоровской 49, вот перейти, как говорится, от моего дома в Хлебный, это целая проблема, потому что там постоянно ходят машины, создается аварийная ситуация, перехода там нет. И вот. Получается так, что человек здесь бесправен. Да, вот люди поняли, что не одни ветеранские организации беспокоятся, люди все беспокоятся этим вопросом, чтобы была безаварийная ситуация, пешеход, автомобиль. И вот еще дорога, которая ведет на аэродром. Так. Вот между домами. Заставлены машинами, да? Да, там... Это самая дорога предназначена, ну, как двухстороннее движение на этой дороге. Да. С одной стороны стоят машины, с другой стороны машины. О каком может быть двухстороннем тут движении речь? Согласен с вами. Также создается, как говорится, аварийная ситуация. Идет большая машина, легковушка встанет, начинает гудеть и не пропускают. Да. Все. Особенно опять вот тут же, вот на этом же вот перекрестке, что перед воротами, что за воротами. Вот два перекрестка. С вами согласен совершенно. Два совершенно аварийных участка, как говорится, в городе. Правильно поднимаете тему. Тема поднимается уже не раз, поэтому надеюсь, что что-то сдвинется все же в этом мире. Ну, я тоже надеюсь. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Значит, вы у нас в Федоровской 49 живете, да? Да. Хорошо. У вас там сейчас все заставлено полностью машинами. Я только вчера снимал, там даже упасть негде. Ну да, вот совсем недавно это самое, Тамара Ивановна Грубяк возмущалась, что, ну, конечно, женщине за 80 лет, живет на первом этаже балкона. А мы ей скамеечку специально поставили за дома. Это да, это плюсик. Но просто сам факт, у нее балкона нет, негде повесить белье. Да. И вот это вот бедной женщине не перейти дорогу из-за того, что... И опять аварийный перекресток. Решаем потихоньку. Власти медленно решают. Мы поднимаем вопрос, вызываем представителей... Ну, очень медленно они решают. Это да. Я думаю, может быть, перед выборами до сентябрьского они все же решат что-нибудь. Вот они, да. Это может быть последний момент. Воспользуются моментом, да? Да, да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Федоровская, 49. Машины припаркованы, видите, когда? Здесь уже чуть ли не на дороге, которой мы ездим постоянно, аварийная дорога, которой мы хотим положить асфальт. Уже прям там ставят машины. Не считая того, что нам вон просто в поле, можно сказать, стоят машины. Здесь тоже все заставлено машинами. Под самый дом берем. Федоровская 55. Машины наставлены. Проехать стать негде. Понятно, да? И это сегодня пятница, время обеденное. 13:00, будем говорить так. Ну, остальное вы видели на регистраторе автомобильном, что я показал. Ну, вот опять пробка, видите, вот. Большая машина, не писала сразу ворот. И сразу пробка организовалась. Федоровская, 43, возле почты обломилась ветка. Жертв разрушений нет. Ну вот наши косильщики, которые косят, да? Сегодня мы проводим мероприятие, косят вовсю, хотя просил не шуметь. Ну ладно, потом подошел к одному из косильщиков, который вот здесь косил. Вот сейчас покажу, где он косил. По скошенному. Вот тут по скошенному ходит, косит. Я говорю, что ж ты косишь здесь? Говорю, скоси там, где не докосили. Показал ему, где не докосили. Это место показал. Хорошо, говорит, сделаю, когда здесь закончу. Прошло 2 часа с того времени. Ничего не изменилось. Прошло полчаса. Ребята появились опять. Посмотрим, что они сегодня будут дальше делать.
Вот он, молодой человек, который с граблями. Ага, вот и грабли появились у него. Всю траву пособирал. А на улице плюс 33. И здесь все выкошено. Молодцы. То кто-то ходит здесь на пляж и бросает всякий мусор. Непонятно, кто здесь выкопал яму под деревом. И что хотел, тоже непонятно. Ну что, ты выкопала яму, нет? Подруга, ты яму выкопала, нет? Сознавайся. А у нас поливают. У нас сегодня полив сквера «Ветеран». Его для памятника поливали. Лето возле дома. Припарковаться практически невозможно. Все заставлено машинами.